Всем привет, уже вышла GTA, короче, 1.7 бета, и тут добавили тачку, которую они обещали добавить. Ну вот они ее добавили уже. На самом деле охрененная тачка, она разбивается охрененно. Сейчас вот здесь проедемся. Я уже въебаться успел. И мы сейчас улетим. Кстати, прикольно. Вот еще дверь с нами полетела. Смотрите. Ой. Все, дверь полетела. Давайте заново зайдем. Просто я что-то неправильно управляю, наверное. Так, сейчас. Давайте по ней постреляем. Вот мы по ней стреляем. И такой вот звук, да, у меня просто громко сделан. Звук. Тут еще, кстати, фары можно расфигачить. А все остальное это надо, не знаю, тут надо как-то другие двери, вот, кстати, можно. Я весь этот уже салон я обстрелял. Сейчас мы и другие двери сломаем просто тупо. А, нет. Тогда у меня просто первый раз играл уже, когда ну, я только скачал вот. Только что. Когда засел уже играть и... Короче, было норм. Прикольно сделано. Первого лица тоже прикольно сделано. О. Я ее почти разъебал, и мы опять вниз улетели. Да, на самом деле... А, нет, не... мы даже не... Нет, сейчас мы опять летим. Ну вот прикольно, кстати, да, это не очень долгое видео, потому что здесь я вам просто показываю саму машину, которую добавили. В принципе, хорошо сделано. Да, кстати, она уже не называется больше GTA. Она сейчас по-другому уже называется. Но, да, как бы, не знаю, они, наверное, специально, потому что если они будут ее когда делают в Play Market выкладывать, то, наверное, у них просто лицензии, если лицензии у них нету. Ну, то что, выложить GTA 5, как бы. Чтобы назвать ее GTA 5, типа, выложить. Потому что их, как бы, разработчики. Самой GTA там. Не знаю, ну... Короче, то, что это... Как сказать? Так нельзя делать, как бы. Ну, это как бы... Идея нормальная сделать, ну... Да, под названием GTA они ее, конечно, не будут выкладывать. Тем более под названием GTA 5. Да, но здесь тоже чуть-чуть небольшие ошибки есть. Но все-таки все норм. Самое главное, все дождались машину, которую ждали. Вот, смотрите, мы сейчас в что-нибудь въебемся. Да, это что? Ой, это что еще такое? Эта штука поднимается. А я не знал. Клево, давай сейчас поднимемся туда. Сейчас едет, если. Просто хочу посмотреть. Ради прикола. Чё она, эта штука? Или она только один раз поднимается? Хм, странно, один раз только. Ну ладно, потом сейчас перезайдем, когда. Хочу попробовать задом врезаться. Ну зад тоже охрененно деформировался. А, я еще, кстати, колесо прострелил вроде бы. Хотя по колесам не стрелял. Чё-то колесо... Почему-то я когда по колесам стрелял, у него колеса не простреливаются. Чувак, ты чё? Чувак, вообще, ну тут, кстати, что-то не то реал с этим, с текстурами. Чё было?
Сейчас, кажись, какой-то чувак тоже крикнул. Да, вот только не понимаю, шины у нее как, лопаются, либо нет? Или они, в принципе, уже лопнули? Жалко то, что она не взрывается. Знаете, типа в бензобак стреляешь, и тачка взрывается. Вот так и протаскивать можем. Опс. На меня прям. Все прям на меня свалилось. Ссылку я не буду оставлять, потому что ссылку сами найдете там. А может, уже у кого-то из вас она есть. Зачем оставлять, если ее кто-то уже скачал? Просто на официальный сайт разработчика зайдите. Так, почему я сейчас в нее залезть? А, нет, могу. Не понимаю, в чем прикол. Сломал ей все и сзади, это все проломил. Да, тут, кстати, специально вот эту штуку поставили еще. Вот мы сейчас опять вниз полетим. Ну ладно, это ничего такого. Мы давайте сейчас вчера зайдем, попробуем вот на той хрени вверх прокатиться. На которой мы не прокатились. Сейчас я не буду, наверное, тачку ломать, потому что... Не понимаю сейчас, в чем прикол еще тут. Почему-то у нее двери вминаются, когда ты подходишь близко очень. Давай-давай, вези нас наверх. Какой-то лифт странный, блядь. Он что, меня не везет-то, ёба? Да и... Что ты делаешь-то, блядь, больной? Ну? А, наверное, за то, что я просто бьюсь ей. Довези. Ну, довести-то надо было ее. Ну, куда? Круто вообще, нас еще и выкинуло. Да, еще, кстати, сразу хочу сказать, тут реклама есть. Я не знаю, как я ту рекламу... Ну, вообще просто... Ёп. Налево. Ну а нафиг, прям на тачку. Увидали это? Ой, бля, я не могу, слушайте. Ну, сейчас сериал «Тачка». Это, тачку вообще ломает просто. Ну, тачка уже разлетелась. Блин, ну что ж такое-то, а? Да, чувак, нам с тобой не повезло сегодня. Там еще чувак что-то улегся. Ладно, пофиг, пускай лежит. Не понимаю, что он улегся вообще. Я его просто прокачу на машине. Пускай я его прокатил на машине. И он, кажется, свалился. Ладно, пофиг. Вот, короче, вот так мы это... Фары у нее тоже врубаются. Вид от первого лица, да. Я уже показывал вид от первого лица. Это вот. Теперь еще тут наверху можно погонять, только не знаю зачем. Мы вот так вот паркурили. Это от первого лица сделаю, если нас не занесет. Не, нас занесло. Прям в трубе.
Еще меня придавило тачкой. Мы тачку вообще так сдвинули. Чем он там, интересно, закрыл? И полетели. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Может, оставлю ссылку. Сейчас посмотрю там. По ходу действия, когда буду выкладывать. Если что, в описании проверяйте.